Гороскоп на 21 февраля 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом хочу посоветовать вам приложение, где вы найдете гороскоп на сегодня, на завтра, месяц и год. Характеристики знаков зодиака в любви и в дружбе. Совместимость в браке. А также много чего интересного. Одно приложение, весь гороскоп. Ссылка в описании. Приятного просмотра. Во вторник у Овна есть все основания быть довольными своей жизнью. Единственное, что может вывести вас из равновесия, это влияние окружающих, которые стремятся навязать вам собственную систему ценностей. Старайтесь не ввязываться в спор, защищая свою точку зрения, вы лишь утомитесь понапрасну. Просто продолжайте действовать и вести себя так, как считаете нужным. Проблемы в отношениях с любимым человеком могут возникнуть из-за того, что вы покажете себя с неожиданной стороны. Тут уж без объяснений не обойтись. Прояснив мотивы своего поведения, вы вернете гармонию в свою личную жизнь. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны в этот день могут столкнуться с неприятными слухами, которые распускают о них их партнеры и конкуренты. Естественно, что такое открытие мало кого сможет оставить равнодушным. Но все же постарайтесь в своей борьбе за правду не переходить рамки и не давать воли своему праведному негодованию. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Сегодня у Овна день окажется удачным во всех отношениях. Тем более, что вы человек не суеверный, а реалист. Небольшие проволочки, возможно, с получением денег, но к вечеру ситуация нормализуется. Излишняя доверчивость и откровенность с коллегами может навредить Овну. Вечер посвятите развлечениям с друзьями. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня возможны неожиданные встречи с интересными, необычными людьми, которые смогут продвинуть ваши дела вперед. Завязавшиеся отношения будут прочны и со временем превратятся в крепкие дружеские связи. Обладая природными качествами вождя, оказывая на окружающих сильное магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Личный гороскоп. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или настаивать на своем мнении. Возможно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Из-за резкого снижения жизненного потенциала коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли. Не исключены всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования. Во вторник тельцам день приносит много хлопот, но они по большей части приятны. Появляются интересные дела. Усердие и энтузиазм, с которыми вы беретесь за них, позволяет быстро добиться нужных результатов. Легко найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Некоторые представители знака обзаведутся союзниками, поддержка которых дорогого стоит. Вы стараетесь всегда и во всем быть впереди. На работе это оказывается полезным, а вот на личных отношениях может сказаться не лучшим образом. Старайтесь прислушиваться к мнению окружающих, уважать их интересы и желания. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Сегодня деловые партнеры тельцов будут испытывать их на прочность, незаметно прощупывая границы дозволенного. Не удивляйтесь, если все ваши разумные и рациональные предложения будут восприняты в штыки, а идти на уступки ваш собеседник категорически откажется. Если эта сделка вам необходима, то разумнее будет перенести встречу на другой день. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп не советует Тельцу начинать глобальные дела, особенно в преддверии отпуска. Вы не успеете все сделать, это раз, а во-вторых, будете сами постоянно раздражаться и подгонять ситуацию. В личной жизни Тельцу предстоит сделать судьбоносный выбор. Вы немного запутались в делах амурных, поэтому сами определяйтесь, с кем вам пойти по жизни. Любовь и дружба – две разные вещи. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вам не сидится в четырех стенах, хочется шума и веселья в многолюдной компании. Возможно, прежняя любовь даст о себе знать. Не исключено возобновление отношений. Если ваша половинка не настроена на подобное времяпрепровождение, постарайтесь пойти на компромисс и примите во внимание и ее планы. Личный гороскоп. Критический день. Вам вдруг может показаться, что все потеряло смысл, но скоро тучи разойдутся и выглянет солнышко. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели.
но старайтесь не проявлять излишних амбиций. Не пытайтесь выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Возможно, столкновение с недоброжелательством, грубостью или неприкрытым обманом. Непогода во сне или наяву – признак гордыни и тщеславия. Во вторник у близнецов утро будет непростым. Вам предстоит решать важные вопросы, причем делать это нужно будет самостоятельно, полагаясь на свой собственный опыт и здравый смысл. Недопустима спешка там, где дело касается денег. Крупные покупки лучше отложить. Позже влияние позитивных тенденций усилится. Быстрее всего это отразится на положении дел в профессиональной сфере. Тут возможны успехи и интересные предложения. С близкими могут возникать незначительные разногласия, но к концу дня удастся найти общий язык и договориться обо всем. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы в этот день рискуют получить неприятности благодаря ошибке кого-то из друзей или домочадцев. Не стройте грандиозных планов на будущее, так как сегодня не самый лучший период для того, чтобы приступать к изменению своей жизни. Избегайте подписания любых финансовых документов и обязательств, так как в будущем это может иметь неприятные последствия. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Если близнецы будут больше молчать и сдерживать эмоции, то окажутся в выигрышном свете. Конечно же, уединяться и смотреть на всех волком не стоит, но распространяться о своих планах не следует. Критика со стороны любимого человека будет неприятна близнецам. Хотя и вы часто предъявляете завышенные требования избраннику. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, что любовные отношения будут омрачать несправедливые обвинения, сплетни, слухи, в которых немаловажную роль сыграют ваши родственники и соседи. В семейной жизни придется более трезво посмотреть и оценить своего партнера. Личный гороскоп. Напряженный, тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, принесет свои результаты. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время в пустых разговорах. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Во вторник ракам нужно быть осторожными и внимательными. Это довольно сложный день, и даже незначительная ошибка может обернуться неприятностями. Старайтесь избегать суеты и спешки, обдумывайте каждый шаг. Советы, к сожалению, оказываются бесполезными, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться. Возможны неожиданные расходы. Покупки, особенно сделанные в первой половине дня, едва ли будут удачными. Вы можете положиться на старых знакомых. Однако помните, что их возможности не безграничны. Как бы окружающие не хотели помочь вам, с самыми трудными делами придется справлять самостоятельно. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Сегодня раки будут испытывать растущее беспокойство, связанное с личной жизнью, здоровьем детей или проблемами друзей. Не предпринимайте в этот день никаких действий, связанных с изменением привычного быта, и на время забудьте про творчество. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. С утра рак узнает приятное известие и будет весь день ходить со счастливой улыбкой на устах. Смотрите, не зазнайтесь, иначе проморгаете важную работу, за которую шеф обещал приличную премию. Днем гороскоп обещает раку деловую поездку, а также консультацию у юриста по вопросам налогов. Вечер принесет романтику и свидание. Гороскоп «Дом» на сегодня. Это счастливое время яркой влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизит вас со второй половинкой. Если ваш роман завязался не очень давно, стоит научиться сдерживать эмоции. Излишняя пылкость может оттолкнуть спутника. Личный гороскоп. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, по крайней мере, хорошо скрывайте их от тех, кому они могут не понравиться. Терять союзников всегда очень невыгодно. Возможно, перед вами откроются новые перспективы на трудовом поприще. Вскоре вам сделают заманчивое предложение, и вы с головой уйдете в новую, интересную, захватывающую работу. Во вторник львам потребуется максимум упорства и настойчивости, а также умение отсекать все, что мешает достижению цели. Люди, которым невыгодна реализация ваших планов, могут уговаривать или запугивать вас, пытаться тянуть время или запутать вас излишней суетой.
Пропускайте упреки мимо ушей и не верьте обещаниям. Не добившись своего сегодня, вы многое потеряете в будущем. День очень насыщенный, но вы не должны забывать о близких. Постарайтесь найти время для встречи с любимым человеком или преподнести ему небольшой подарок. Даже самый скромный знак внимания будет способствовать улучшению отношений. Любовный гороскоп на сегодня для львов. На работе у львов в этот день возможно возникновение крупного конфликта, связанного с карьерными стремлениями некоторых сотрудников. Возможно, вам придется участвовать в крупном скандале с начальством или наоборот, просить его защиты. Львам, которые имеют свое дело, стоит заняться обеспечением его безопасности. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Сегодня Льву предстоит ловить на себе немало восхищенных взглядов. Ничего удивительного, ведь вы сделали новую стрижку и обновили гардероб. Отличный день для стройки, ремонта в квартире и приобретения вещей для детей. Любые споры Льву лучше обходить стороной, иначе назреет серьезный конфликт. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня многие львы будут неравнодушны к представителям противоположного пола. Причем новые знакомые могут настолько понравиться, что львы почувствуют себя свободными от прежних обязательств. Будьте осторожны в обещаниях и при составлении документов. Личный гороскоп. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и неудачи. Звезды предостерегают от стремления тут же во что бы то ни стало исправить допущенные ошибки или добиться прогресса в делах. Вероятно, любые ваши усилия не принесут видимых результатов. Неблагоприятное расположение звезд отрицательно скажется на коммерческих операциях, которые, скорее всего, не принесут ожидаемой прибыли. Вторник для Девы – день противоречивый, непростой, но в то же время достаточно плодотворный. Старайтесь держать эмоции под контролем, как бы сильны они ни были. Слишком резкие высказывания, излишняя чувствительность, острая реакция на происходящее вокруг могут привести к серьезным проблемам. Имейте в виду, что ваши замечания не всегда понятны окружающим. На то, что вы говорите в шутку, кто-то может обидеться всерьез. Это подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее. Вы хорошо понимаете, чего можно ожидать, правильно оцениваете свои силы. Возможны денежные поступления, подарки. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня придется испытать на себе силу общественного противостояния. Все ваши домочадцы по какой-то причине объединятся против вас. В этот день очень важно контролировать свои эмоции и не давать излишней воли языку, так как это может обернуться обострением отношений. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп не советует Деве откладывать важные встречи, совещания и встречи с влиятельными людьми на другой день. Все решится так успешно и быстро, что вы сами оторопеете. Личная жизнь у Девы не отличается яркими красками, поэтому оставьте без кардинальных изменений. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня многим Девам будут свойственны живость и быстрота реакции. Они могут воспринимать происходящее с наивной беспристрастностью. В любых событиях этого дня ориентируйтесь на собственный опыт и суждения. Доверяйте первым впечатлениям, вы не можете ошибиться. Личный гороскоп. День включения космической энергии любви, откровений, очищения огнем. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Для работников промышленности и сферы услуг возможно столкновение с кознями недоброжелателей, грубостью или неприкрытым обманом. Во вторник весам не все дается легко. Трудности могут возникать даже там, где вы были близки к успеху и не сомневались, что вот-вот получите нужный результат. Но настойчивость приносит плоды, не отказывайтесь от задуманного. Во второй половине дня будет шанс найти союзников и помощников, которые возьмут на себя часть ваших забот. Хотя не все идет так, как вы ожидали, старайтесь не унывать. Не всегда стоит делиться своими сомнениями и переживаниями с окружающими. Близкие люди поддержат вас. А вот остальные могут использовать ваши слабости в собственных интересах. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам стоит абстрагироваться от переживаний, связанных с работой или домашними проблемами, так как в этом случае существует опасность резкого ухудшения самочувствия.
Будьте хладнокровны и сдержаны, особенно в том случае, если ваша профессиональная деятельность требует от вас именно этих качеств. Избегайте государственных и медицинских учреждений. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Весы. Если сегодня Весы будут скромнее в своих желаниях, то легко придут к успеху во всем, что запланировали. Ваши амбиции по отношению к коллегам лучше усмирить, иначе угодите в опалу к шефу. Возможны серьезные недочеты в документах, поэтому будьте внимательны. Медитация и отдых помогут Весам восстановить силы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, плохое настроение, упадок физических сил, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах. Вас одолеет сонливость, забывчивость. Если есть возможность, устройте себе небольшой отдых, побудьте в одиночестве. Не стоит принимать важные решения, подписывать документы или отправляться в дальнюю поездку. Личный гороскоп. День несет недоброжелательство, столкновение с недругами, измену, обман. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи, пожар, проблемы с электрооборудованием. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Вторник для Скорпиона – очень благоприятный день для встреч, обсуждения условий сотрудничества. Вы не только быстро находите общий язык с людьми, но и понимаете, как заинтересовать их своими планами и проектами. Не исключены романтические увлечения на работе, начало новых отношений, которые принесут вам много хорошего. Можно принимать важные решения, касающиеся и работы, и других сфер жизни. Если вы решите что-то кардинально изменить, то позже не пожалеете об этом. Вечер приносит новые идеи, которые вскоре удастся реализовать. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Чтобы не понести материальные потери, скорпионам придется решать все финансовые вопросы буквально в течение нескольких минут. Если вы дадите себе время тщательно поразмышлять и взвесить все плюсы и минусы данного предприятия, то вся выгода может пройти мимо вас. Старайтесь не увлекаться фантазиями и мечтами. Сегодня вам как никогда нужна холодная голова. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Повышенная активность в делах позволит Скорпиону получить желаемый результат. По отношению к избраннику будьте менее принципиальны, тогда ваш союз будет крепче и гармоничнее. Гороскоп советует Скорпиону во всем искать золотую серединку, особенно, если вы хотите без потерь прийти к профессиональным успехам. Гороскоп «Дом» на сегодня. Начало дня будет благоприятствовать любовному объяснению. Скорпионам будет сопутствовать успех в любви. Спуститесь на землю, где тоже много людей, достойных вашего внимания. Если хотите вступить в брак, то используйте это идеальное время. Личный гороскоп. Этот день может пройти под знаком интуитивной работы, пророчества и предвидения. Справившись со своими недостатками, вы обретете внутреннюю свободу. Постепенно будет возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачное завершение начатых дел. Можно рассчитывать на помощь друзей, а также надежных, верных партнеров. Для мужчин-скорпионов высока вероятность неожиданных, но, несомненно, желаемых романтических встреч. Вторник для Стрельца – удачный день. Он хорошо подходит для того, чтобы решить какие-то проблемы, возникшие раньше, помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Вас невозможно запутать или ввести в заблуждение, вы правильно оцениваете события и можете найти выход из сложного положения. Подходящий день для начала учебы. Вы быстро усваиваете новую информацию, запоминаете все, что может пригодиться. Заметно возрастает творческий потенциал, появляются необычные, оригинальные идеи. Радует общение с друзьями, они охотно поддерживают вас, помогают воплотить задуманное в жизнь. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. У стрельцов сегодня ожидаются серьезные конфликты и недопонимания с партнером по браку или с любимым человеком. Мелкие претензии к вечеру могут вылиться в полноценную войну. Приложите максимум усилий к тому, чтобы найти с партнером общий язык, иначе вас ожидает разрыв отношений. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. С раннего утра Стрелец будет думать лишь о том, как укрепить пошатнувшееся финансовое положение. У вас много планов,
но реализоваться половине из них, увы, не суждено. Интуиция поможет стрельцу уладить отношения с родственниками, а также найти новые пути в профессиональной сфере. Гороскоп «Дом» на сегодня. Первая половина дня благоприятна и позволяет реализовать идеи и планы предыдущих суток. Усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался позитивным. Личный гороскоп. Сегодня постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время на пустые разговоры. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Вам следует сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе. Во вторник утро для Козерога будет благоприятным. Вы настроены позитивно и с оптимизмом смотрите в будущее, не боитесь сложных задач, быстро решаете даже самые сложные вопросы. Многие представители знака в это время получат интересные деловые предложения, от которых не захотят отказываться. Возможны неожиданные поездки, будет шанс побывать в местах, которые давно вас интересовали. Позже могут возникнуть трудности. Наиболее уязвимой во второй половине дня будет финансовая сфера. Тут не исключены потери. Также нужно обратить внимание на личные отношения, которые в это время могут складываться напряженно. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козероги в этот день вряд ли смогут рассчитывать на крепкую поддержку членов своей семьи. Скорее наоборот, домочадцы будут в штыки воспринимать любое ваше слово и действие. Не спешите на них обижаться, лучше подайте им пример прощения, доброты и заботы. Сделки с недвижимостью и зарубежным имуществом лучше перенести на более благоприятный день. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп не советует Козерогу предаваться страстям и удовольствиям в интимной сфере. Вы можете нажить себе столько проблем, что выпутаться из них будет крайне тяжело. Признание и уважение со стороны коллег поднимет Козерогу настроение. Вечером ожидается неожиданная прибыль от влиятельного человека, с которым вы давно не виделись. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день располагает к супружеству. Звезды покровительствуют и дружеским, и деловым союзам. Вам идеально подходит человек, который вас поймет и сможет смириться с тем, что вы будете лидером в ваших отношениях, и с тем, что вы иногда можете привередничать. Личный гороскоп. В личной жизни вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или поставить свое мнение выше мнения партнера. Стремление к порядку, доходящее порой до педантизма, может осложнить отношения с близнецами, весами или львом. Во вторник у водолеев не все идет так, как задумано, но нужно постараться сохранять спокойствие. Худшее, что вы можете сделать, это начать злиться на окружающих. Помните, если сейчас вы испортите отношения с друзьями и союзниками, то восстановить взаимопонимание будет очень трудно. Это касается и членов семьи, они не должны стать жертвой вашей раздражительности. Старайтесь не планировать на этот день слишком многого. Важно оставить достаточно времени для отдыха, восстановления сил. Полезны прогулки и небольшие поездки, особенно если вы отправляетесь в дорогу вместе с близким человеком. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеям сегодня следует как можно более спокойно и непринужденно реагировать на любую критику в свой адрес, даже если она им и не по нраву. Если вы начнете выяснение отношений, то далеко не факт, что сможете выйти из этого конфликта победителем. В семье благожелательная и теплая обстановка будет во многом зависеть от ваших действий и слов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Сегодня Водолей будет слишком расточителен по отношению к себе и к окружающим людям. Не стоит пускаться во все тяжкие, ведь это не решит ваши проблемы. Водолею стоит всерьез задуматься о состоянии здоровья и не злоупотреблять спиртными напитками. По отношению к семье и детям вы должны быть максимально ответственным человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Водолеи расположены строить свою жизнь, во многом опираясь на любимого человека или с учетом захватившего их чувства. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства, так как любовь в это время может стать отличным трамплином для новых достижений как в творчестве, так и в личностном росте. Личный гороскоп.
День благоприятный для самосовершенствования, научных открытий, заключения брака, для зачатия. Возможно, что ваш внутренний мир потребует необычного окружения. Вы будете стремиться к высшим идеалам. Рекомендуется самоанализ и критичная оценка своих поступков, планов и устремлений. Во вторник начало дня у рыбок будет сложным. Не стоит спешить с решениями, особенно с важными. Они могут оказаться неудачными. Вы склонны принимать близко к сердцу то, что совершенно не заслуживает внимания, и не замечать проблем, требующих немедленного решения. Вероятно, вам потребуется помощь старых знакомых. Чем раньше вы обратитесь за ней, тем лучше. Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций. В это время возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы. У некоторых представителей знака появится шанс достичь давно поставленных целей. Любовный гороскоп на сегодня. В этот день рыбам придется отстаивать свои права даже ценой сильного конфликта с членами семьи. Главными эмоциями, которые будут сопровождать вас на протяжении всего дня, станут гнев, страх и ярость. Не исключается возможность реальной опасности для вас, вашего имущества или для кого-то из домочадцев. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Рыбы готовы к самым смелым экспериментам, дальним поездкам и новым встречам. Все будет складываться в вашу пользу, если исключите спешку и безмерность. Гороскоп советует меньше тратить. Тогда деньги в ближайшее время рекой потекут вам в кошелек. Вечером у рыбы произойдет жаркий спор с родственником. Будьте сдержаннее даже, если чувствуете, что правда на вашей стороне. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что все ваши мысли будут связаны с любовными победами. Может случиться и так, что, насытившись привычными удовольствиями, вы пуститесь во все тяжкие, в поисках более острых ощущений со всеми вытекающими последствиями. Однако звезды советуют вам подумать о чистоте помыслов. Безнравственное поведение может вызвать проблемы во взаимоотношениях с близким человеком. Личный гороскоп. Этот день запомнится многим рыбам как день разочарования и крушения надежд. Возможно, поиски работы окажутся безуспешными. Избранники откроют такие черты характера, о которых вы, ослепленные чувствами, и не подозревали. Вероятность нервозности и неоправданных материальных и моральных потерь будет слишком велика. Постарайтесь найти в себе точку опоры. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!